мы максимально стараемся интегрировать наших югоосетинских коллег, научное сообщество Южной Осетии, в те проекты, которые осуществляет Владикавказский научный центр. Мы вообще хотим делать общеосетинские проекты, и я просто могу их перечислить, эти проекты, которые мы вместе осуществляем. И самый главный проект, который, так сказать, о котором мы уже сегодня говорили, это совместная экспедиция ученого из Южной Осетии, ученого из Северной Осетии в Российско-Армянский университет. Бывают совместные пресс-конференции, когда у нас бывает, например, очередной выход журнала «Тома Наркомонга», мы обязательно еду в Южную Осетию, презентую его там.